Собираемость налогов стала выше, а должников стало меньше. Это, пожалуй, главный итог, который озвучивают в налоговой службе по итогам первого квартала года. От плательщиков Нижегородской области поступило у нас консолидированный бюджет Российской Федерации почти 70 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем за первый квартал 2017 года. В областной бюджет за первые три месяца поступило более 27,5 миллиардов рублей. И это на 8% выше показателя за такой же период года прошлого. Однако есть и те, кто не спешит платить по счетам. Таких недобросовестных плательщиков по имущественным налогам оказалось 973 тысячи человек, а совокупная налоговая задолженность составила без малого 27 миллиардов рублей. По налогу на имущество физических лиц сумма задолженности была снижена на 340 миллионов рублей. Но все равно сумма остается достаточно большой, 2,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 апреля физические лица были должны имущественных налогов. В налоговой службе напоминают, 3 мая заканчивается декларационная кампания для физических лиц. До этого дня всем, кто должен подавать декларации по форме 3 НДФЛ, необходимо успеть это сделать, иначе штрафов не избежать. Анна Кормакова, Алексей Захряпин. Объективно, ННТВ.